Доброе утро, наши дорогие друзья, подписчики, зрители. Мы уже проснулись. У нас сумасшедший ветер на улице. Сдувает практически все. В Ростове упала главная елка в городе. Да, я думала, что и балкон снесет. Да, да, очень-очень-очень большой ветер. Хотя плюс на улице, плюс один. Да. В общем, Люда делает на сыр. Сейчас принесу. Люда будет делать. Что ты будешь делать? Оладики с колбасой и сыром. Да, сейчас принесу сыр. Львиное сердце. Слышишь, я не заметила, тут написано, что с козьим молоком. Ничего страшного. Ну, наверное, оно более не жирное. Без понятия. С козьим молочком. Просто смотрел на красную цену. Нет, я смотрел на то, что есть сыр какой в магазине. Так, что сюда заходит? Сюда зашло одно яйцо. И я не знаю, сколько кефира я на глаз вылила. Сколько мы сидим. Может, больше стакана. Кому ты на глаз вылила? Себе на глаз вылила. Люда все делает на глаз. Все у нее, все рецепты. Нет, и очень все вкусно получается. Нет, Саша, я сделаю на глаз те рецепты, которые я каждый день делаю. Да там ветер сумасшедший, ветер... Милана, ладно, тебя снесет. И шапку снесет. Ладно, сегодня хочу, ребята, кстати, выйти в магазин. А что же я не посолила? Милана, глянь на меня, кот. Ну бери его, сейчас мы оладики будем. Оладики не будешь есть? Ёлка, жу-жу-жу. Иди, это там закончится мультик. Деловая колбаса сегодня нарядилась с самого утра. Спит, встала, такая спит. Ну да, мы дали сколько это, хотят субботний день. Телевизор это смотрел. Ребята, сегодня, кстати, хочу выйти или в М-видео, хочу сходить в М-видео, да. Хочу в ДНС сходить, посмотреть в детскую комнату телек, да, смарт-ТВ. Потому что это очень надо. Милана не дает Никите не посмотреть ничего в той комнате. Она танцует, поет под песни. Да. В общем, а у Никиты есть и приставка, и все. Он хочет тоже посмотреть нормально. Короче, решили вот телек купить, и все. В маленькую комнату. Сашу прошу, Алиса, посмотрите. Мне Люды хватает. Еще Алиса нужна. Любовница твоя. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Я запухшая. Я не знаю, ребят, меня так обкидало что-то. Обсыпала Люда. Обсыпала, я не знаю от чего. Может от того, что... Может такое, что от майонезов. Мы ж долго... А что ты майонезом представила? Потому что от майонеза долго ел. То на Новый год, то на Рождество, то на день рождения это. Я уже задолбалась. Ты сама уже как баночка с майонезом. И меня обсыпало. Сыпет и сыпет. Я уже вот накрасилась с утра, чтобы вас не это... Ребят, я, конечно, не ною, но у меня все попроходило, теперь ухо болит. В ухе вскочил прыщик. Что это происходит вообще такое? Вот что со мной такое? Я не проснулась, наверное. А я соду забыла. А ты точно не забыла? Ты забыла, нет? А? Точно забыла? Да, наложила? Я не добавляла, я соль добавила. И все. Давай, Милана, учись. К чему учись? Чтобы гренка в горле застряла. Милана, не делай так. Нет, ну с едой нет, нельзя, конечно. Она... Милана, ну поклон сделай, поклон. Как ты делаешь поклон, когда заканчиваешь свое представление? Нет, вот так вот. Ну как ты? Прям в голову надашь. Вот так вот. Так и должно быть. Мама. Так, ладно, теперь надо. Милан, иди, пожалуйста, своими танцы смотри. Танцуристка, иди танцуй.
купила? Да. И папа. И папа. Вот так вот. Да, молодец. Милан, я тебя сейчас скоро, я не знаю, что с тобой сделаю. Хороший кадр. Так, ладно, все. Потому что это много уже, наверное. Побаску. Нет, я не хочу, я буду потом мыть оладики. Почему? Не хочу. Не, я не буду, я не буду, я не буду. Милан. Милана уже ушла. А я уже тут сейчас. А оладики еще должны хотя бы 10 поставить. А я думал, ты сразу будешь готовить. Они же никак дымутся ни хера. Ничего. Конечно, вот это делаю я, но дети не особо хотят. Но я надеюсь, что им понравится. И... Че, в тот раз кушали они с удовольствием? Кушали нормально, да. А выделываются сейчас. Будут есть как миленькие. А потом можно, если что, останется супчиком поесть. Днем. Люда будет супчик делать с сосисками. И с вермишелькой. Ну, это Саша так захотел. Легкий. Козий сыр. Не пахнет козой? Дай понюхаю. Молочным пахнет. Ну да. А, ты не трешь? Не, кусочки, ты че? Оно ж не будет чувствоваться. А вот так, кусочками, даже вот так подольше, побольше отходить. Чтоб куски были. Снимаешь. Скажи, что Люда засыпала колбасу, я тоже засыпала, я же видел, уже все видели. И сыр кусочками порезала, я тоже снимала. Так, о, с кусочками сыр. Минут хотя постоит. И сейчас 10 минут постоит, поднимется. Вот, а, да, картошка и будет жарить. Очень вкусно. А ты говоришь, суп легенький, а как он может легенький? Я буду обжаривать и сосиски, и с... Так, я имею в виду, что я еще имею в виду под словом легенький? Чтобы не сильно много было гуще. Я хочу сегодня приготовить. Я думала, может, рис, например, с котлетками. О, да, нормальная тема. Только, чтобы с подливой. Котлеты с подливой. Нормальная тема. Вот, котлеты, фарш хороший. Фарш хороший, значит, мне туда надо идти за, да, хорошим фаршем, за куриным. Да. Ну, давай, без проблем, так, хорошо. Я, значит, схожу туда, в этот магазин местный, возьму хороший фарш. Есть? Да. Хочется каши поесть, реально, от этих макарон, да, отдохнуть немножко от этих макарон. А завтра я не знаю. Раньше мы ели, он с Людой, мы вспоминали, мы каши ели так часто вообще. Люда все время готовила каши, да. До детей. Да, да, да. Ну, или когда они были маленькие, когда вот они еще так с нами не ели. Мы так любили всегда рис делали с подливкой. А теперь сейчас мы просто под них постараемся. Они любят макарошки, оладушки, все такое вот. Поэтому я жирная корова уже. Надо говорить после жирная. Коть, надо говорить после слова жирная корова. Му. Хрю. Ты никакая не жирная, Коть, реально не жирная. Я жирная. Здравствуйте. Я еще не вижу себя в камере. Или я не знаю, насколько я поправилась. Я жирная корова. У тебя очень хорошая фигура, как у Дженнифер Лопес. Хамуха. Я сейчас злиться буду. Ну, неудивительно. Почему не удивительно? Удивительно, хорошо. А еще бы нам бы, Саш, вот эту ложечку, мне она нужна. Какую ложечку? Ну, подставку. А, это фикс прайс продается. Пожалуйста, купи то, что ты сломал. И то, и лопатку. Нормально, вот эта ложечка была уже подставка... облоплена вся. Нет, она чуть-чуть была над это, надколота и все. А пополам ты ее перед... Куплю я тебе эту ложечку, господи. При это. Куплю тебе эту ложечку. Помыл. Молодец. Помыл. Мы вчера пельмешки так хорошо покушали, еще и остались. Ну очень... да, остались, потому что... Ребят, это прикольно, вкусно очень получается сыром потереть. Прикольно. А, все сыром. Конечно. Очень вкусно. Хочется, вот я уже миллиард раз мы говорили, что пельменницу не можем купить.
Вот взять этого фарш, пельменницу. Не можем, мы не видим просто. Взять вот такого фарша, да? Херак-херак сделал и я все. Я без проблем. Люда делала. Я вручную больше нет. Не, вручную и не надо. Очень долго. Долго и вообще. А знаешь, что мы еще давно. Знаешь, что мы еще давно не делали? Кого? Вернее, вы. Вареники никакие мы не делали. Вообще ну, очень да давно. И так, мы едим каждый, чуть ли не каждый день эти пельмени, понимаешь? Ну да. Надо что-то более полезное готовить, я не знаю, что, чтобы дети ели. Такие бедные. А что у тебя педикюр красный, а маникюр синий? Вот потому что мне надо педикюр уже синий сделать. Я что-то синий сделала, а моему педикюру уже месяц, наверное. Ну зачем так близко? Он же там поотрастал. Да нет, не поотрастал, нормально, все видно. Чего ты? Да поотрастал. Вот хорошо. Мало растет, блин. Ты что, накрасилась? Коть, она накрасилась. Покажи. Губы, что ли? Где? Это я пила какао. А, какао пила просто. Так, ладно, я буду, короче, жарить. Ты, конечно, они жарить. Они все равно не поднимутся, потому что тут сыр есть. Колбаса. Ладно, у нас любит в окошко смотреть. Я не сосед. Так, вот в понедельник, знаешь, что у меня? Что? Это мне надо поубирать в понедельник. Я хочу вот эти позабрызывать и почистить. Коте, нам в понедельник ехать. Куда ехать? Тебе зубы лечить. Что нам делать? А. Я сосед кощу. Чего понедельник, во вторник давай. Хорошо, давай. Я сосед кощу. Хорошо, иди. Что ты хочешь? Что она хочет? Планшет. А, ну идем, я тебе дам. Милана у нас так гренки любит. Это Люда надела целую тарелку гренок. 4 гренки осталось. Не только а ты ела? Я ни одной гренки не съел, кстати. Не хочу. Знаешь, как зуб зайдет, потом буду. Ну, немножко поднялось, видишь? Да не поднялось ему-то ничего. Я вчера апельсину почистил, поел, кстати. Ты уже масло кинула или нет? Да. Ровно поставила? Да, ой, все равно. Не, надо ровно поставить. Короче, у тебя лопатка, да, и вот эта штучка, угу. Подложку. Да. Хорошо. Ой. Никит. Что? Купаешься. Никита, смотри, знаешь, кого моржа? Вот того бородатого из ТикТока, который в воде холодной купается. Вот Люда выкладывает оладьи. Хотел сказать, блинчики. Оладики. Видите, какие они? Красавчики. Что-то кусок, может, не разделился? Неразделенная любовь. Я буду долго жарить. Долго жарить будешь, да? А чего? Поставь еще одну сковородку. На двух сковородках. Поставь еще одну сковородку. Ну, слышу я тебя. Не, ну ты просто не ответила ничего. Совет даю. Как, кстати, твоя спина? Нормально. Не, ну болела же. Ну да. Ну нормально она. А когда переболела? Эта лопатка неудобна. Ну, значит, куплю тебе силиконовую. Сейчас мне идею. А то, реально, она раз-раз под все подлазит. А тут неудобно мне вообще. Неудобно. Она большая и... Ну, понятное дело. Блин, а что так она?
Да я только камеру включил, ты уже танцуешь. Фух, боже мой. Что ж такое, а? Ну, вот. Неудобно. Возьми вилочку, вилочкой поделай. Блин, как хорошо. Ой, так посмотри, они еще и пышные. Конечно. Получили. Смотри, какая хозяйка. Да, я же никогда не спорю с этим. Охрененная. Только я не знаю, посуду. Офигенная, Коть. Офигенная эта хозяйка. У нас везде хрен. Таких хозяек, я вот смотрю, девушек молодых. Ничего не умеют, только айфоны подавай. Да, а мне? А я сумею, и айфона нема. Нема, у тебя хороший телефон, не надо прибедняться. Ну, айфон, нет, айфон, нет, я согласен. Тебе я надо айфон. Я в ТикТоке обещал айфон в прямом эфире. Говорит, я тебе айфон подарю. Я говорю, давай в личные сообщения пиши, зачем сюда писать, если действительно хочешь. Я говорю, ну я же надеюсь, ты имеешь в виду последний? Конечно, все, заметано, напишу сейчас, ага. Угу. Ой, господи, боже мой. Одни обещания. Если ты хочешь айфон, я тебе могу его сегодня купить последний. Ну, конечно, конечно, мы можем купить айфон и тебе, и мне, Саша. Мы можем. Но мы не купим то, чего и не один айфон. Чего хотим. Да. И нахрена мне это жужжалка? У меня телефон хороший есть. Ну, у меня же хороший телефон хороший, есть, конечно. Правильно? Зачем вот эти айфоны? Когда мы купим то... Не, ну нам айфоны как надо для съемки. Для съемки у нас просто не то, что, как правильно сказать, не то, что понты, а, да, а, ну, у нас, извини за выражение, канал 200 тысяч, грубо говоря, в Ютубе. В ТикТоке миллион подписчиков практически. У всех айфоны, нам просто он необходим для того, чтобы хорошее качество видео было, а не для понтов, чтобы показать кому-то, что у нас айфон. Мне надо, например, чтобы у меня был айфон. Нет, нет, мне это не надо. Мне надо iPhone, например, для того, чтобы снимать влоги. Разговаривали бы. Мне нужен iPhone для того, чтобы снимать влоги, видео в хорошем качестве. Тебе надо, чтобы ТикТоки записывать. Ну да. Там камера хорошая, стабилизация. Я умею танцевать. Это сон. Тихо, ну что ж ты держишь так долго? Это же просто сыр. Попробовал сыр. Смотрите. Реально по пояснице тянет. Так, надо бегом. Ребята, смотрю по статистике в Ютубе, в творческой студии, вы намного больше уже смотрите видео длинные. Спасибо вам большое за это, что смотрите, ставите лайки, комментируете. Угу. Все, последнее? Нет. Ох, я наделала, конечно. Ну и что, они вкусные. Что? Ну, они соленые совсем. Глянь, как эти поднялись. Угу. Что у свинца? На двух сковородках быстро. Шух-шух, да? Ну, видишь, как я тебе помог. Ну, все. Всем понравился. Девчата, учитесь у меня, как нужно мужика уложить. Слышишь, Коть? Всем удачи. Да, все идет через желудок. Чтобы удивить мужчину, нужно вкусно приготовить. Да?
Да, всем понравился твой танец банан. Да, могу еще раз танцевать, но не буду. Нет настроения с утра танцевать. Я банан. Я банан. Банан. Чищ, банан. Так, ладно. Я же взрослая женщина. Женщина. Мне 36 будет. Это 35, Саша. А только недавно было 25. Закрой рот. Мне будет 36, Саша. И что? 36 будет. Но будет и 56, и 76, и 96. Сука, пиздец. Ой, пипец. Это жесть, все. Что ты зачем мне это кажется? Ну потому что... Уйди, блин. Газ, во-первых, поменьше сделать. Я их съем. И ничего там такого, как ты сказала, нету. Да, я матюкнулась, и что? Боже мой. Там, никто не матюкается в интернете. Это ой, все культурные. Ну и что? Сюда я на всех кормлю. Это я засмотрел шутку. Все соседи выбежали из квартир, думали, что что-то горит. А это моя жена готовит. Люблю комфорт. Плохо, я не люблю не комфорт. Открыл, чтобы пробзделась немножко. Знаешь, у меня так по пояснице тянет, что потом она у меня заболит. И все, и пипец будет. Не смогу ни сидеть, ни стоять. Блин. Короче, сейчас все будет. А ты какого цвета iPhone хотела? Ну, красиво. Вот только я тебе показывал такой, да. Он сиреневый или синий. Это мои любимые цвета. Любимые цвета, ребята. Сиреневый и синий. Карточка привязана. В описании есть карточка. Адрес тоже можно узнать. Не, а зачем адрес? А куда? Мы купим, сами пойдем. А, да. Это, если что, шутка, ребята. Не надо, а то... Почему это блогеры. Шутка? Потому что. Мы взрослые люди. И весь ролик вам посвятим. Если вы подарите нам iPhone. Будем вам бамотворить. Целый ролик. 30 минут. 30 минут будем о вас называть. Какой вы прекрасный человек. И как вам... Ой, что-то я хотела... И прорекламируем все, что у вас есть, если хотите. Да. И кто хочет страничку, кто хочет фирму, кто хочет магазин, кто хочет, что хочет, прорекламируем за два айфона. 30 минут будем рекламировать. Да. Такие мы продажные. Да шутим, ребят, шутки. Да, это шутки. Это шутки. Каждой шутки есть доля правды. Что ты их колдубасишь? А, ты красиво кладешь. Детям разложила. Достань, пожалуйста, сметану. Принесу. Горелый мне оставлял. Ребят, смотрите, как я похудел. Да, вообще, вот это вот. Килограмм, вот, смотри, как у меня. На целый килограмм. Вон, кофта трусится. Похудел хорошо. Блин, смотри. Это похоже на космический корабль. Ну, по
последние просто я уже, да, это, они большие, долила все. Ну, вот. Не скреби сковородку. Да блин, и так неудобно, Саш. И так я стараюсь, а ты еще это. Я понимаю, мне неудобно без лопатки. Без лопатки неудобно? Точно? Ну жаль, нет лопатки. Хотел дать лопатку тебе. Сильно. О! А, это поюзанная. А видишь, вот, вот так. Ну, ничего. Почему она такая липкая, Саша? Потому что ее вымыть надо хорошо. Замочить в горячей воде и вымыть. Ну, ладно, пускай такая. Не зря ты оставила, знала, что я могу поломать. Да. Ой, блин, а что с этим делать? Вот тут в этом телефоне светочувствительность очень плохая, реально. Вот ты заходишь куда-то в другую, сторону, отходишь, все, свет падает, уже все в темноте. В айфоне это все, блин, там все по последним технологиям. Почему? Apple компания, которая передает, ну, вообще, первая в этом всем деле. Потому что там люди сидят, которые получают деньги, которые... А там можно сделать так, чтобы когда снимаешь видео, именно видео, чтобы фон был размытый? Так там везде фон... Да, конечно. Конечно, там фон размытый. Нет. Когда видео снимаешь, фон нет. А почему тогда у многих айфоны и фон не размытый? Просто не ставят эту функцию. А почему? Это ну, прикольно. Не знаю. Классно, не всем же нравится. Не очень нравится. Ну, тебе нравится, кому-то не нравится. Кто-то хочет, чтобы был виден задний фон. Да, нам бы хотя бы один, да? Это. Ну, хотя бы один, но в идеале, конечно, два. Сколько он стоит, Саш? 67 тысяч. Ой, 69. А, зачем нам 12, этот, какой сейчас, 13 или 12? Надо уже... А, ну тогда 89 где-то, 91 на 250 гигабайт. Ну, а что-то? Господи. Спаси, сохрани. О, смотри, как разожарили. Опа. Ну, если я буду подогревать, да? Нет, мы вместе будем. Ну, не, Коль, правда. Я, наверное, себе чаю сделаю. Я хочу чаю. Ой, хочу чаю, скучаю. Хорошо, я скучаю. Так, ты будешь чай? Боже, ребят, как же приятно читать, когда вы, вам нравятся наши видео, когда вы ждете нас. Когда мы... Дай сюда. Когда... ну, в общем, то, что вам нравится. Нам это безумно приятно. Безумно приятно. А ты будешь себе... Помой себе кружку, я тебе тоже сделаю чайка. Да нет, я не хочу. А чего? Как ты будешь я есть? Я не хочу чая, мне не хочется. Чего? Я бы кофе, кстати. Ну, вот мой чашку. А я выпью, пожалуй, чая. Так. Это праздники будут аж... Что аж? Аж... Февраля. Ну и что? А что ты имела в виду? Жду свои духи. Кого? Духи. Духи. Мы с тобой договорились. У меня дальше хорошие духи. На праздник. Такие, какие ты хочешь? Скажи, я тебе подарю. Мы с тобой уже смотрели. А, ну хорошо. А ты что хочешь? Я? Да, мне его каждое 14 февраля хватает. Я тебе могу это точно предоставить. Спасибо. О, уже лет 13 у нас так. Поцелуйчика хватает. Можно я тебя тоже в этом году поцелую? Знаешь что, потом пойдешь целовать другую бабу. Бабу? У меня бабы нет, она только женщина.
Я банан, я банан, банан, чищу банан, чищу банан. Так, тебе ложить? Лимон. Ой, молоко. Молоко. Так, а мне нужен лимон. Люд, этот тортик надо уже доесть, и детям его не давать. Да и да, я не буду. Доедать. Детям его не давать хоть. Потому что уже он как бы... Значит, выбрасывать. Ну да, выкинуть надо. Потому что я уже все, хватит. У меня уже и так же жопа больше некуда. Не, ну есть еще, конечно, куда. Свои шуточки оставлю. Это не шуточка. Это мне? Ты хотя бы себе положила. Я шучу, кот. Чего же такая агрессивная? Да я не агрессивная. Не, он берет меня. Берет меня. Берет меня. Ну что, нормальная сметана, что ты там колупаешься носом. Я колупаюсь? Носом. Ну, понюхала просто, прежде чем детям давать. Вот. Могла бы сделать детям улыбку. И сказала бы, что улыбка. Это... У меня сегодня улыбка такая. Дети, кушать! Дети, есть! Дети, кушать! Дети, есть! Дети, есть! Никита, Милана, приятного аппетита! Давайте быстрее сюда! Вы что, не слышите? А вы кушать, дети! Это Никита рассказывает, что он смотрел Барби. Не, иди садись, Милан. Иди. Милан, Никита, все, едим. Не меньше болтаем, а больше едим. Все будут есть, и папа, и мама. Вы, иди, и вы ешьте. Переживает. Люда, ты можешь мне помочь в одном деле? Пожалуйста, возьми, налей себе молока. И мне отрежь лимошку. Я не могу одной рукой. А ты уже есть начала? Да, есть. Да. Сразу иду. Что там такое? Я его не выдавила и бросила. А, да не переживай, ничего страшного. Ну не бросила, а он у меня упал. Да не, надо выдавливать обязательно. Ну выдавливай. Вот так вот, все, выдавливай. Молока тебе достаточно, да? Так, все, да? Ты помешала мне сахар? Я ничего еще не мешала. А, ну все, 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 все. Ну что, вкусно? Вон, ты говоришь. Едят с удовольствием. Я молчу. Я молчу. Я молчу, молчу. Все, садись, Люк. Так, начинается приключение. Я не пойму. Сейчас я тебе принесу этот стульчик. Не надо, я буду поставить, не надо его туда сюда. Ой, вот такое у нас утро, ребята. Доброе. Доброе утро. Доброе утро. Что-то вкусно. Видео длинное, так что надеюсь, вы до конца досмотрели. Приятного всем аппетита. Вот такие получились у нас оладики.